Признание соблюдения защиты прав и свобод человека для вас определяет главный смысл. В судебном решении у вас не сказано, к какому времени выселять гражданку Васильевну. Там просто принято судебное решение. На каком основании вы так вот торопитесь, прекрасно зная, что у нас материалы находятся в Генеральной прокуратуре, в Президиуме Верховного Суда Чувашской Республики, Генпрокуратуре, везде. Регистрационно. Ведь в решении там не сказано. Ну, процесс еще не окончен. Документы мы можем предоставить. Посмотрите, у вас там в вашем нормативном документе об исполнительном производстве там ведь сказано, что судебные приставы могут приостановить выполнение решения суда, если это нарушает интересы гражданина. И в прокуратуре также сказали. Несовершеннолетний ребенок. Мы можем представить только максимум на 10 дней. Ну, хотя бы на 10 дней пока, но сегодня приостановите. Потому что у нас документы же находятся сейчас в прокуратуре. У меня указание не поступало в руководство. У меня было указание выселить. Ваши, ну вы можете представить предписание на 10 дней остановить. За это время у нас, посмотрите, придут ответы с